Всем привет! Я не стал снимать, как я делаю квесты этого братства, там полицейском участке, но это побочные, потому что я решил основную доснять сюжетку. И я наконец-то получил одобрение этого братства, и теперь мы полностью отправляемся покорять институт. Институт использует... Телепортация? Molecular transmission via encrypted. Ну, в общем, я передал информацию. Наконец-то они согласились со мной работать, то, что там телепорт, все дела работают. Well, you definitely know your... Damn right I do. It's difficult to make out all the details. It's gonna take a car. Куча всего интересного говорит, она уже это говорила, доела всякими умными штучками. Just tell me what we need, so скажи I can просто, get started. Sorry that I'm boring you. Вот список того, что нужно. Кроме того, для запуска перехватчика сигнал понадобится мощный источник питания. Так. Что нам нужно? Попасть в институт можно с помощью перехватчика сигнала. Чтобы его построить, мне понадобится помощь. Построить платформу отражать. Окей. Меня куда-то везут. А это просто телепорт в аэропорт. Управляет. Костюм второй я смог найти. Я не знаю, лучше он или хуже. Сейчас проверим. В любом случае. Халявный ядерный заряд. И халявный костюм. Так, давайте мы отправимся сразу. Каждый найденный в журнале «Наука» тест повышает уровень одновременной способности, немного увеличивающий вероятность критического попадания из энергетического оружия. Выпуск Тесла. Так, один мой костюм есть. И второй костюм есть. Так, ну здесь, правда, у меня всего несколько. Так, а тут у нас Т-45. Давайте посмотрим. Апгрейженные. 120, 80, 150, 65. Это что у нас такое? Голова. У меня тут голова есть? Нет, головы нет. Тогда у нас левая рука 97, 150, 88. 97, 150, 88. Но это даже не прогрейженная. Интересно. Давайте посмотрим. Так, давайте отодвинем этого нашего друга. Я, конечно, мог этих нетгенов набрать, нанять, но, блин, это братство в доспехах, в силовой броне, я не знаю, будут ли нетгены на силовой броне. Их много в силовой броне, это вообще круто. Так, давайте посмотрим. Отлично. Ждаться грейда можно. О. Давайте сначала проапаемся. Неплохо так капается. Так, повышает сопротивляемость энергии, уменьшение урона от взрывов, повышение силы при покраске всех элементов брони. Повышает харизму при покраске всех элементов брони.
даже не знаю. Защищает от взрыва, повышает сопротивляемость энергии. Ну, давайте типа сопротивляемость энергии сделаем. Уменьшение вероятности возникновения от зависимости от препарата. Это хорошо. Так, и теперь мне осталось... так, что мне осталось? Голова и правая рука. Ой, правая нога. Да? Так, во-первых, ядерный блок заберем. Голова и правая рука. Отлично. Кстати, может, у меня есть какая-нибудь проволока? Ух, как опять сколько хлама. Нет. Так. Кость. Куча ресурсов надо. Отлично. Голова, туловище. Подождите. Левая нога, левая рука, правая рука. А где левая? Не понял. А где левая? Я же ее не удалил? Нет, я не мог удалить. Левая рука. Нет. Правая рука. Левая рука. Правая нога. Правая нога, вот. А, правая рука. Подождите. Во, все. Теперь все в порядке. Это мы отдадим сюда. Так, 200 все равно впереди. Блин, веса много, очень много веса. А, у меня еще куча вот этого перевеса есть. Нет, перевеса практически нету. А что у меня так весит много? Разная помощь, одежда, оружие. У меня, конечно, тут есть вес, но все равно не настолько же много. Так, давайте попробуем. Добавление синего налобного фонаря. Ага. Волт бой. Ну что, можно входить? Чуть-чуть. Поремонтировал. И надо взять еще кое-что. У меня тут есть такой толстяк. Угу. Толстяк мне нужен.
Сейчас смотрим, куда нас направляют. Бостонский аэропорт. Не проблема. Нам все-таки туда и надо. Ну, я с новой броней. С хорошей, с качественной. У меня много здоровья дополнительного. И можно не париться. Дульные тормоза и компенсаторы помогают нейтрализовать отдачу автоматического оружия. Так. Мне сюда. Я вижу цель свою. Только как к ней добраться? О, нашел. Что мне надо сделать? Окей. Я построил. Думал, будет сложнее. Хорошие ребята с миниганами. Так, вот наша подруга. Any luck building the platform yet? Yes, I'm ready. Готово, можно переходить к следующему этапу. Отлично, значит, продолжим. Вот список того, что нам понадобится. Я понимаю, что что-то из этого для тебя китайская грамота, так что обращайся, если возникнут проблемы. Построить антенну-ретранслятор, консоль, излучатель, раздобыть сенсорный модуль. I'm on it, Proc. I hope so. Oh, one last. It's important that all the components are wired together, so all the pieces. If you need any help, I'll be over at the build site making some adjustments and calculations. I'd wish you good luck, Knight. Так. Сейчас надо понять, как это вообще все строится. Компоненты должны быть размещены в одну сеть. Посмотрим. Раздобыть нам на военной базе электросхему, раздобыть сенсорный модуль на одной из коммуникационных станций, раздобыть излучатель, антенны, построить консоль, построить... Необходимо 20 энергии. Нет керамики. Большинство объектов требует питания. Можно подключить провод напрямую. Некоторые малые объекты, такие как... Как протянуть провод от объекта, я не понимаю. Ну окей. Отправимся за каким-то предметом. И еще есть какой-то геометрический сканер.
Я так и не понял. А я думаю, она сама все подключит. Ладно, направимся за проводом. Может, научусь как раз провода подключить, потому что мне нужно в городе будет это сделать. И я не знаю, как это делать. Так. Опасно, я хочу сказать, идти вот так. Вода. Давайте справа возьмем. Здесь же какой-то мостик есть. Вот, вот тут, наверное, что-то есть. Да, да, есть. Аккуратнее. По-моему, это был хороший парень. Будем считать, что ничего не произошло. Да, это ферма. Ладно. Парни, извините. Сигнал бедствия. А, точно. Наш сигнал бедствия так работает. Или не так? О, мощный сигнал о помощи. 17%. Процентов. Не нужно, не буду вас спасать. Вербовочный центр Национальной гвардии. Посмотрим, что у вас там находится. Так. Крышка. Вас обнаружили. Вас не видят. Да.
Ой, вас много. Ой, вас много. Ой, вас много было. Ронящий валик. Цели получают 20% дополнительного урона от кровотечения. Офигеть. Аварийный пульсатор. Ключ нужен, что ли? Или же... Или же не получится это сделать. Открыть, в смысле. Бокс, вот так. Эх, я думал, какой-то скилл еще будет. Так, давайте наверх поднимемся. Тайник с крышкой в компьютере. Пароль офицера хорош. Пароль нашел. И это радует. Так, добро пожаловать. Требуется пароль. Доступ в системе, управление дверью. Открытие дверей. Тренировочная площадка, ну, национальный город. Ого. Я думал, просто дверь откроется. Надо было изнутри что-нибудь побить. Да ты издеваешься.
Не хотел это, ребята, не хотел. Ты издеваешься, еще один. Конечно, эта рука вытаскивалась просто гор. Пистолетиком. Хотите? Так, система управления дверью. Открыть двери. Я думаю, она открылась. Отлично, один компонент есть. Можно потихонечку проваливать. Хорош. Просто в глаз. Я руки уже обстрелил. Чем ты будешь? За зубами, да? Светящимся. Ты же не поднимешься сюда, нет? Ну, он поднялся. Да вы издеваетесь. А, иди сюда, тварь. Радиоактивная кровь. Так, я там патрон не взял. А, тут не патрон, тут винт. Винт. Thank you.
Вантус нам не нужен. Можно валить. Выход. Так, что у нас следующее? То, что там далековато, по-моему, находится. Просто с пистолета расстреливаю автомат. Где это видно? Так, помощь. Сначала мы тирадинчика. Потом... Что-то потяжелее. Вот, например. И вот еще нужно. Так, следующая цель у нас тут. Diamond City. Нетмены впервые заявили о себе в 180 году, защитив Diamond City от орды супермутантов. У них, наверное, какая-то клевая пушка. Чтобы восстановить здоровье, вы можете применить симулятор, съесть пищу, выпить воды, посетить врача или поспать в кровати. Жесть. Время бега вы ставите больше шума, чем при ходьбе, поэтому врагу легче обнаружить вас. Так, вот цель. Или пробежать просто. Ну, побежать. Снабжение бостонской полиции. Разойдемся друзьями. Двуголового оленя просто не хочется атаковать. Не-не, не стоит, не стоит. Я сильнее тебя, все дела.
Хотя это, конечно, чит, то, что можно убрать пушку, и она сама перезарядится. Недоработка небольшая. Ты же не пойдешь на меня, нет? Не хочет, походу. Тут их еще несколько. Смокинг. Чуть не хватило. Nice. Это огромное здание. Не, что, его все нужно обследовать будет? Давайте угадаем, это враг или не враг. Скорее всего, это враг. Да? Как раз то, что нужно, ребята, просто. That's disappointing. Ain't that a bite? We got lots more back in the garage. You seem like a cool cat. Ты вроде как кем надо. Тебе в наше логово. У нас тут такие машины, закачаешься. Блин, хорошая раскраска. Так, а мне куда нужно? Больница Милтон. В больнице много препаратов, это хорошо. Вот. Больница Милтон. Больница, все нормально, все мертвые лежат, в принципе, как и должно быть. Когда я в больницу попадаю, у меня такое ощущение, что там только одни. Я не знаю, хороший он или плохой, но, по-моему, над ним сразу было красное. Биометрический сканер. Нормально. Сразу просто. Топливо для огнемета. А мне еще ни одного огнемета. Что за подстава? Так, давайте посмотрим. Что тут? Да. Таргет найден. Я тут немножко вас пограблю и свалю. Модные очки. Раз уж я здесь оказался, спуск. Как наверх подняться? Basement. Continuing
search for fugitive. Won't be able to pick this. Search complete. No hostiles detected. Your attempted escape is only making things beginning. We're search for you. As if I'd know what to do if I found something. Area secure. Approach and identify yourself. Law-abiding citizen. Улучшенная карта наведения. Ох, стали 6 штук. Will not be harmed. 2 заряда всего. Что это за пушка с 2 зарядами? False alarm. Standing down. Gray's anatomy states that a removed spleen can result in a intruder. Increase in white blood cells. Identify yourself. As well as a horrific. Ready or not, here I come. А, это друг где? Do not be alarmed. Order will be fugitive is attempting to evade capture. Beginning pursuit. Ну, не хочешь идти, не надо. What fugitive has been located? Да, блин, опять перевес. Или этот. Котелок. Выбросить. Выбросить. Commencing attack. For your safety, please take cover until the lawbreaker is dealt with. Kill. 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 Help. Help. Помогите. Помогите. Надеюсь, здесь я найду ядерный заряд, и тогда я буду добыл. Going up. Подъем. Second floor. Интересно, это второй этаж. Русский? Или какой-нибудь французский. Ну, как бы, чтобы понимали, в Европе второй этаж наш, это первый. Yes. То есть там идет 0, 1, 2 и так далее. Слишком много. Тут... Вот так самый раз. That's it. И одну шпильку. Ладно. Ну, я думаю, здесь выход будет, да? Надо выбираться. Только как выбираться, я не знаю.
Еще один лифт. Это не лифты тут. Спуск. О, это хорошо. Мне как раз нужно на нижний этаж. Approach. Identify yourself. Law-abiding citizens will not be harmed. Это я зря. Это ползет. На. Мы соберем пока. Engaging hostile target. Опять перегружен. Вы издеваетесь. Давайте. Бафаут, или как там правильно. Изолент, скипидар. Пакет крови. Криогенная граната. Ядерный блок, 4 штуки. Офигеть. Не зря сходил. Не зря. 4 штуки ядерных блока, которые стоят по 620 на рынке. Отрубилось, да. Так, второй этаж. Нам нужно как-то спрыгнуть вниз. О, есть как-то. Я даже не буду ничего собирать. Вода капает. Круто. Каждый найденный вами выпуск журнала «Несокрушимые» повышает уровень способности «Неудержимый», немного повышающий вероятность того, что вражеская атака не нанесет урона. Круто. Не, ну на самом деле городов много, и зданий много, и еще исследовать их много можно. То есть, в принципе, не такой уж маленький мир в Fallout, но... По сравнению, конечно, с тем же самым Скайримом, очень маленький. Ну, как мне кажется. I'm occupied at the moment. We'll speak later. Все уничтожаем. Так, только мне нельзя уничтожить каких-то две вещи. Подождите. Какие мне вещи нельзя уничтожить? Раздобыть биометрический сканер и раздобыть военные базы электросхемы. Хорошо.
Так. Военная электросхема. Есть. Осталось понять, как выглядит биометрический сканер. О, биометрический сканер. Хорошо. Керамика. Так, ну пока я занимаюсь мелкими вещами, думаю, я и закончу, так все построю и уже доделаю задание в следующий раз. Смотрите продолжение, если вам интересно. Всем пока.